Еврокомиссия готовит иски против 5 стран ЕС из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщили немецкие СМИ. Иск Европейский суд инициирует еврокомиссар по вопросам окружающей среды. Оказалось, что Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия превысили нормы выбросов в атмосферу. Воздух в этих странах перенасыщен выхлопными газами. Если иск удовлетворят, нарушителям грозят значительные штрафы или запрет на въезд дизельных авто в центры городов.